Вас ждет наша новая рубрика «Дети о погоде». И здесь не будет плохих прогнозов, ведь наши ведущие будут читать стихи. А что, как не поэзия, может согреть и дождливой осенью, и холодной зимой? Впрочем, у природы нет плохой погоды, это факт. Ваш ребенок тоже может стать участником проекта. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях. Партнер рубрики – одна из самых популярных радиостанций России – «Европа Плюс». Телефон рекламной службы вы видите на своих экранах. Я же с вами прощаюсь, хороших выходных и до встречи. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце стало грустнее. Стая птиц улетает прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония, скоро осень проснется и заплачет спросонья. Передаю привет 7-й школе и 5-му Д-классу. Унылая пора, очи очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увидания, в багрец и в золото одетые леса. В осенних ветрах шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса. И редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимой угрозы. Передаю привет всем своим одноклассникам 4-го А-класса школы номер 1.